А вот уже день рождения Златы. Утро, весь дом в цветах. Этот букет для Миро. Сейчас покажу, какой букет подарил папа Злате. Вот букетик для Златы. Дом пришел! День рождения! Днем рождения, малыш! Это тебе, Агня. Четыре! Цифра 4, значит, 24. Где 4? Я не вижу. О, четверка! Круто! У нас русалочка Ариэль, будет русалочка Ариэль, Фландер и, как я говорю, Себастьян. А Мирося меня исправляет, да? Себастьян. Красивые наряды! Да. День рождения? Да, день рождения! Ого, а я думал, день варенья сегодня покупать. Да, пойдем, давайте поздороваемся с нашими гостями. Друзья, ну что, все умеете здороваться? Да. Тогда давайте поднимем вверх правую ручку, за ней левую ручку и друг другу поаплодируем! Да. Потому что сегодня к вам прибыла Ария, друзья мои! Ты Злата? А я и думаю, почему так вкусно пахнет подарками, кончиком и воздушными шарами. У тебя сегодня праздник. Скажи, пожалуйста, сколько тебе лет? 44. Это же много. Нет, 4000 лет, наверное. А я думаю, как ты хорошо сохранилась. Пока покружись, пожалуйста, мы посмотрим на твою красивую платье. Давайте поаплодируем нашей милости. Скажи, пожалуйста, это кто? Что за красотка? Это Мирося, но это сестренка. Сестренка, привет, очень приятно. А это мои друзья. Как, знаете, как его зовут? Себастьян. Да. Давайте Себастьяну тоже поаплодируем. Скажите, пожалуйста, вы любите путешествовать? Да. А сказки любите? Да. Так вот, нам сегодня повезло вдвойне. Мы будем путешествовать по сказке. И я всем предлагаю на чем-нибудь полететь. На самолете. На вертолете. А ты на чем полетишь? На самолете. А ты, дружок, пирожок? На себе. На себе? А, вот это да. Давайте, раз, два. Тогда давайте приятные слова какие-нибудь. Спасибо. Спасибо вам за подарочек.
Из-за подарков. Сейчас я вам покажу некоторые из них. Что ж там такое? Девочки предполагают, что там котенок. Не знаю почему. Это сладкая вата. Сладкая вата? С чего ты взяла, что это сладкая вата? Ой, слушай, подготовка для сладкой ваты. Какая еще сладкая вата? Какая еще сладкая вата? О, подготовка. О, вау. Покажи, 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 покажи. Сладкая вата. Заточка, покажи. Котенок. Вау, какая девочка, пупсик такой. Там, смотри, фен. Давай посмотрим. Работающий фен! Получилось, работает. Девчонки, смотрите, папа вам сейчас сделает сладкую вату. Давайте делать сладкую вату. Классно, мне нравится. А можно мне первой? Хочу. Мне нравится. Можно сделать небольшие, да? Это здорово. Надо. Не лизать, а вот так. Вкусно? Скажи честно, вкусно?